Нахуй тебе магик. Блять, на виклик, братан, всего лишь навсего. Сегодня стоит да. Я выклик уже второй месяц нахуй не делаю. Блять, ты и амулет не можешь уже сколько сделать. Да, ну, я даже уже не промлю нихуя. Даже не говори ничего, блядь. У меня алкашные камни до сих пор сидят в шмотине. Я сейчас посмотрел тоже. Бриз задонены, там, 284-й посох, все дела, блин, а камни вот этого БКшные, ну. Там даже профы не прокачаны. А, стоп, а там ДЦ или что? Там вот ДЦ Триерахоли. Не, там четко все, ну, шмот нормальный, как бы, скажем так. Немного доработки. Стоп, какой там у нее был? Таниса. А, Танис. А куда он наш там? Он, это он. Паша, это мой одноклассник, понял, Кент. В детстве у него было сложное детство. Перед началом уроков я затрамбовывал его, блядь, рюкзак, как минимум мусорник. Ну, на жестко были движухи. Суть не в этом. Вообще, пацан нормальный, видишь. Тем не менее, какого бы у него детства не было, он в РФ прошел две службы. Какая атака еще не сидит, да поебать вообще. И, в принципе, нормальный, но не хуй. Не хочешь, ой, не заставишь никак. Никто на мне МК теперь не вешает. Вот нам Верка Сердючка пела. Никто меня не любит, никто не приголубит. А вот что ж там, блядь, депортировать в Европу этих пидорасов грёбаных. Так он же не пидорас. Это его сценический образ. Да-да-да. Нет, там Коси про это. Ай, глянь, хопнул нас, короче, в Магеридон. Ты думал, садочек, наимся через не сочерчив, да. Так на ну, трет, кто бы мог подумать, да, Верка Сердючка на то время, ну тип переодеты. Ну какой нахер там он, как они там сейчас называются, эти пиздюки, которые переодеваются из. Как они там? Ну, он типа того. Ну согласись, Верка, нормальный тип. Кто скажет, что он пидор, ебать, а это типа ровный, ровнее его, грубо говоря. Этот вагончик, как его там, голубой был, но не голубой. Всех звезд приглашал, ну. Боря Моисей. Ну да, и Боря Моисей это на самом деле это был. Ну, у Бори, скажем так, тоже это всего лишь образ. Тем не менее, просто сам факт, что как бы у нас это не касалось этого, это просто был. А ой, это, блядь, скажи мне, недавно смотрел видеообзор этого, блин, как же что, Нагиева, когда он играл этого, блин, там у них какой-то там был, он постоянно там баб играл, у него ноги бритые были, я так посмотрел, так это смешно, просто, знаешь, это просто комический образ, ты даже не говоришь, он там какой-то пидор, скажем так. Пидор, грязный. Ну, да, да, вот, царь бы сразу бы его там расстрелять и в Сибирь сослать, короче. Нет, это мой. Ну и вот. Не нажрать на него. Ну просто на сам факт, это просто комическая... Прям разница, но вам с ним не жить. Ну, вот, вот золотых слов. Здрасте, интересно, а тут, блядь, разговоры? Да, у нас тут вообще, братан, клуб юных натуралистов. Выслать нахуй клубу в Сибирь, блядь. Сибирь, да, как минимум. Мы вот в Сибири, братан, расплачены Донецк, так что ты понимал. У меня прадед был золотоискателем, там все дела. Раскулачивали Сибири в Донецк, а с Донецка в Сибирь. Как-то так было раньше. Да, не скажу, что страшные времена, но тем не менее... Выведите из огня. Да нубы какие-то танчат нахуй. Поддерживаю. Че, куда вы пошли? А вот хуйней моей. Малькету вторую хату закрываем. Блин, я помог бы, но... Лужина! Да, Алиса, мы... Просто водить давеча... О, микстуры в теме! Это, блядь, кто обновил нахуй, ебать? Войт обновил раскол, нихуя. Нет, я не обновил.
а ты неплох. Хорош, Гера. Я не убежал. Как дела, да ёбаный в рот? Как дела, да как дела? Сука, отвалился просто. Дайте бафы, что ли? Так, я сейчас на приста зайду, еще место есть? Есть. Кому? Шансон. Братан, тебе всегда место есть. В моем сердце. Окей. Но не в рейд. Нет, он недалеко передал. Дайте каску хоть кто-то. Малики, там шредер, не знаю, кулар. Малики кулар дал. Шредер каску. Новый РДД. У нас курит. Кстати, а если мы двое, а у нас фурии. И что? Нет, ну что будем, нет? Хопсин, голдина. Чё, Маликет сделал кату себе? А вы уже все? Ой, Уматурба проснулся, здравствуйте. Вы все уже возле данжа? Нет, мы и вторую кату убивали. Ну а через дал? Наверное. Мне бы кто-то достал бы с ебанка эти кстати, специи. А рыбу сделать? Ну давай я достану сейчас. Там рыбу закинул чел и специи. Я это переварил. В Г-банк рыбу дашь, да? Там вам хватит, потом как доварю. Долго что-то как-то, блять, она это за фул ночь я сделал 12 таков всего, ну почти за фул. Там шанс вместо Шансунга этот зайдет, как его, Умора, но мне все равно вот, ну, я не знаю, там посмотри на вкладке рейдеры, там здравствуйте, рыба, здорово, которая каменщик и лосось и медуза. Как вам фрост танк с дуручкой? И пряность. Говно. Почему?
Так, что там надо? Медуза, каменщик, лосось и пряности. И мешочки вот эти. Ну, если у тебя багнон, короче, все, что справа. А. А где ты медузу видишь? Я не... А, он видит. Там стак, ну, медуза, почти стак. Медуза, сколько пряностей? Каменщик. Пряности все. Их еще не хватит нихуя. Микстурки ЕП не дала. Так, ваша задача Сочка. Разобраться в этом событии, почему не дало ЕП. Вот давайте. Первый, кто разберется, 100 ЕП сверху получает. Он ливнул с рейда. Нет. Нет. Давай, мастер, я верю в тебя. А, кинулась на его мейн перса. Нет. Он не есть. Связанные нет. персы. У него нет связанных персов. Там еще медуза, царь. Ой, лосось. Почему микстурки не далось ЕП? Возможно, он был 6-8 пати. Нет. Он ливнул раньше распределения? Нет. Чё-то не в ту сторону клонит. У него привязан к ДНМу, и ты ему заметку испортил? Нет. Там похуй, испорченные заметки или нет. Сложные, блядь, требусы какие пошли. Все очень просто, блядь. Потому что пошло ЕП нахуй на ДНМ, блядь. А я что сказала? Часарь, не отходи, я сразу скинешь. Мне остатки. Интересно будет, а ты знаешь правильно это? Дал это на ДНМ, но, блядь, не засчитала ему. Это странная хуйня. На ДНМ не дала тоже нахуй. А ну-ка, сейчас на тест нахуй. Там он очистит. Пам-пам. Пам-пам. А теперь журнальчик. Начистил. Отменить. У меня есть 15. Потому что тебе дала мут? Войт. Нет, он бы и в этом отобразился. Либо на микстурка просто не начисляется. Может быть, потому что Войд пидор? Как вариант, типа, подходит. Я просто, у меня нет больше этого предложения. Все очень Викторка, просто. Викторка. Войд просто пролагал. Ну ладно. В дискорде у кого рейдеров. Есть права, перетащите людей. С рейдеров перекинь потом. Царь, какая твоя задача была? Тёр, какая задача? Так мне никто ничего не сказал. Участник я раздаю уже. Уже? Надо было раньше раздать. Поговори мне тут. Царь. Молчи. Ой, все. Молчи. Да нет, он, скорее всего, не прикидывается. Все, брат, всем раздал. Чел перетащу. Из какого босса падает змейка, нахуй? Какая? Всем добрый вечер. О, Маргрим Волноступ. Здорово. Всем привет. Здорово. Здорово. Так там сколько? 750% агра старый. Да хуя, да. А мы сейчас идем в Змеиное святилище, да? Да.
Вот эту треньку, сука, хочу. А я бы вам сейчас тактику на кильтаса рассказала. Всем похуй. Ну тебе на все похуй. А я хочу опять по крышам бегать, голубей хани. Курней будешь бегать и по крышам, и не только. Так, чё с шаманом? Так, людей перетащили? Да, всех перетащил. Участников там дай, Пиви и еще кому-то. Уже дал. Почему Джованни не захотел идти? Я ему пати кидал, он в пати состоит. Уже нет. Ну, вообще там сказали один слот для этого, для умора будет. Ну я не знаю, решай сам, Лайт. Минус один рога, либо еще кто-то, либо мах. Хотя по два их, не два наших. Пожилой ДК вообще, кто такой, я не знаю. Это наш. Ну, смотри, на моряке на пула надо до хера. То есть роги это хорошо. Хан тоже хорошо. Там ну, надо рог... не на пула до хера, а мозгов нет. Побольше желательно, чем ноль. Я не про того, где 4 босса, а там, где один и до хера этих. Ну, вот я про него тоже. Там на пул все равно нужен что-то. Давайте, короче, мультик, не знаю, куда лететь. Змеиное святилище находится в Зангартопе, посередине большого озера. Да мы уже внутри сейчас при суммоне. Сейчас на дне морском находится ваше, блядь, зверь. Нужно нырять под воду и плыть в трубу. Это как в анал ныряешь. Ой, канал. Ну я не нырял, не пробовал. Ты не то, что нырял, ты туда с головой. Шаман, окунулся. Я так понял, офнулся. Скажите, кто там пиво? Вот этот шаман пятой пати, он офнулся с концами. Хилюколбосой. Ой-ой-ой. Там обы резнулись. С имунем здесь. Какая-то проблема с ИПГП. Я пока на шухе постою, пока вас умоните. На шухе. Напишите в Дискорд, пожалуйста. Полинкуйте Дискорд. Полинкуйте Дискорд. Царь твоя задача. Хорош. Слышь, задачи мне раздает сам линкуй. Ярилок. Задачник, блин, нашелся. Блин, скинулся. У тебя модерка, у меня админка. Так что все, выполняй. У меня хуй большой в штанах, чё с того? Фотку Алисте скинь. Не надо. Посадили? Ладно, она не любит большие. Чего угодно, только не царя, господи. На нем написано, не будешь ты царя. Не знаю, что-то киданул, пробуйте зайти. А где слепец? Че он не разнулся, курва? Еще раз мне ответьте на вопрос. Тёма сегодня зайдет или нет? Сейчас я отпишу ему, давай, я тебе скажу. Так же и ты можешь отписать. Я могу его позвонить. Клик на портал. Я думаю, ты у него в ЧСе, Алис. Рейд фул. Пожалуйста, кликните на портал. Не знаю, как в одного хулипала вы хилить собираетесь. Будем разводить подальше, будем пробовать. Какого босса надо бить двумя хулипалами? Гидроса. Что с него падает? Опять не падает, ну чачо, без него ничего не надо. Кольцо.
Надо чем-то жертвовать. Макс, заходи на полипало на этого тетро. Слышишь меня? Старый, меня слышно? Да, слышно. Ща Виби шотнет его. Давай, Виби, я в тебя верю. Полипало, кто там зайдет еще один? Заходит. Умора? Нет. Рога этот или кто? Угу. Войд, Хад, проснись и кликни. Мах на одного боя, на одного босса и все, братан. Следующее КД, я нахуй удаляю этого, если вы меня загоните на палом. Все, в следующем КД не пойдешь палом вообще. Только следующее робот. КД у нас должен быть паладин, еще один готов. Мы ему целка закроем, у него не убито, по-моему, один босс какой-то там. Что, завтра 25 обычка целка? У нас нет. У вас не знаю. А что у вас? У нас РС, виклики, там говно такое. Вот ты сказал, конечно, говно такое. Согласен, полнейшее дерьмо. Ну-ка, тихо там. За него Мастер Су пришел. Чё? Да, у тебя тот самый, тебя кто-то присумонил, забагал тебе Сум, я думал. Типа вызов начат. Короче, Тоха будет через час. Тоха будет через час, Паша будет через час, Ког будет через час. Ну все, бьем трэш. Я говорю, Тоха будет через час и Паша будет через час, Саша. Да, до 4 утра будем сегодня играть. До 4 утра по твоему времени? Ну да. Топ же до 12. До 12, да. Я работал, да. Но я завтра не с утра, поэтому подольше мне все. Короче, так, сколько там у вас здесь? План такой. Каратрес это стопу дняк надо убивать, штаны Т5. И я думаю, волноступа мы посмотрим, попробуем, что там на нем. Насчет других, если кто-то да знает. Сложного нету, просто уели. Да, круто, молодец. Давай, так, просто мы посмотрим, если мы его осиливаем, нормально, проблем нету особо, мы его быстренько убиваем. Дальше я думаю, есть еще боссы какие-то. Ну, Вайш точно мы не пойдем. Вот. Гидроса можем потратить. Какого-то, да, Гидроса там или какого-то дурака, какие там начальные есть, мы можем потратить, посмотреть, что там на нем. То есть знает, что так. Я вам практику расскажу. Вот. Дальше, если мы это все, вот эти три босса успеваем примерно за 2, плюс-минус 2,5-3 часа, то мы пойдем на Келя и потравим Келя оставшиеся пару часов. Вот, как бы до 12, до часу ночи рассчитывайте. Ну, плюс там будут люди подходить, уходить. Будем рассчитывать на то, что мы должны сегодня в планах здесь три босса, 2-3 босса зачистить и пойти Келя побить. Как по роллу? Так же, как вчера? Да, то же самое. Надеюсь, ты будешь удачливее, чем
Тим Мидвей. Кстати, не, ну, Алиса, позвони Мидвей. По факту, смотри, у нас... Ну, спектнетическая У нас у них так меньше, чем у нас там много, поэтому... Будем. У нас больше... Так а что там это? Ты опять вдвоем будем ролить, да? Да, говорили? Да, мы с тобой пиво будем ролить. Вот. А, все, я так думаю, знаешь... Все остальное вместе, да? Да, ну там по шмоткам легко разберемся, а вот по Т5 я атакую... Подожди. Т5 в прошлое, когда мы забрали две. Дело... Да. Нет, это вообще не имеет значения. Вам Антоха отдал. И им какие надо будет, они будут ролить. Смотри, я такую тему предлагаю. Если выпадает... Там же по два всегда падает. Если выпадает два одинаковых токена, то мы просто по одному забираем и все. Если вам не нужен второй, то есть, ну, типа никому не нужен, то мы просто заберем и все. А по шмоту также кидаем ролл вдвоем и все. Пожалуйста, никто не идите, стойте сзаду, давайте танки сами будут пулять. Уже в кишку убегайте, милики, потому что какой-то ОЕ там может быть от этого моба. Сути, блядь, я думал, вот сюда надо хоть 4, блядь, этих. Это пятый, блядь. Ауру Рэдки поставьте. По-моему, это не ауешный, его можно бить. Вроде они, не ауешный. Это уже второй не ауешный. Будем надеяться, все такие. Тут выходит два моба, вроде. Да, один служи, один тут херню кидает. Тоже служи. Они два служи? Ну, разные. Просто нужно рейнджу набрать, и никто не умрет. Вышли. А, нет, как-то с него лучше. Пойду покажу. Так, это Войд и Царь. Давайте мне под чесноку, кого мы убиваем. Можем убить. Опять мы убиваем 100%. А дальше, я не знаю, надо посмотреть. Ну, волноступы там напуливать надо на двух танках. Не, ну в смысле каратреса, он убивается, да, нормально? Да, должен убиваться. То есть вы убивали, да? Мы убивали его, когда тотем, который ставил моб, ну там 600 тысяч или 800 хп, его убивали багом, этот тотем, чуму всепожирающую кидали просто, и он умирал сразу тотем. А сейчас его надо бить. Вот, но босс убивается. Медвея не будет. Убивается босс, если тотем этот сливать. Ну и разводить боссов просто надо. Плохо, что не будет. Ну что вы переживаете? Я по ИРЛ, зачем вам медвей это? Давай ты все, будешь все, по делу только убью. Говорить. Да, ну я тактику на гидроце могу рассказать, если пойдем. На келе могу рассказать так. Скоро треса сначала убьем. Слушай, вопрос такой можно, да? Вот кель, Воки, там же простая стандартная тактика, как в актуале, да? То есть там 5 фаз, то есть... Я не знаю, в актуале не играла, но... Оружие, мобы, взлетка, да. Все, да? Да, да. Тотем убили. Там же не сложно. Да, просто... Не сложно. Только выполнить ее надо, а выполнить не каждый может. Метку на мага пустоты. Кто там, блядь, у нас РЛ? Просыпайтесь. У меня чисто, блядь. Затем сывайте.
пошлите на ту сторону палатки с Олегом. Юный орел. Юный орел. Перетащите Адилью, пожалуйста, сверху. Да босс уже заебался, что мы столько на нем вайпались. Ну. Кажись, когда его убиваешь, они вот эти вот больше не появляются, кто доту вешает. Он дебал вот этот ауешный. Большой идет. Пусть идет. Своей дорогой, да? Разошлись. Это злой. Дистанцию держим друг против друга. Или друг от друга. Так. Ну зачем ты, Алиса, ставишь купол? Там никого нет. Я там шла, мало ли вы сдохнете, блядь. Кто? Кто-нибудь. Так прямо. Ловите рейндж, на ком появляется болезнь, значит вы стоите не в рейндже, а других игроков. Если вы будете продолжать стоять не в рейндже, то вы сдохнете. Сдохнете. Ну, милики возле танка стоят и получают дамаг, соответственно. Надо разбежаться на рейндж, 15 метров друг от друга. Лэшдан не в рейндже, царь не в рейндже, чулан, дикость. Будет... Я в жопе мира. Он когда Выше. Делает дыхание свое, бьет всех АОЕ. Значит, без чумы, просто всех АОЕ. Прикинь? Не всех. Да все. Лично меня все, било, я в жопе мира понятно. Стоял от всех. Все понятно. Ресети, ресети, ресети. Эмоциональный, когда мне говорят в том, что я не прав, а я прав. Да я же не сказал, что ты не прав. А что я не в рейндже, значит я не прав. Вот и все. Посмотрел на Дон, посмотрел, что ты получаешь дамаг и сказал, все. Что ты хочешь у него? Он стоял, хилил людей. Кто что хочет? Ларису Ивановну хочу. А она тебя хочет? Не знаю. Может. Она еще только об этом не знает. Мацарая. Мацараю хочу. Привет всем.
Привет. Пиво ресете? Я резнула его. Уже выйдете. Его резнули. Значит, человека фукатыш. Ничего у них нету, лутать не могу. Потому что они уже убиты были. Наверное. Но это не точно. А что если шаман поставит тотемы в одном месте, а его отвести на 50 метров от этих тотемов? Он потом переставляет их. Он переставляет их, вот. Мы так и сделаем, наверное. Может это, убьем по-старому, ну грубо говоря. Ну, по-старому это когда... Сводим ханта с тотемщиком, убиваем при этом тотемы. Убиваем ханта нахрен. Тотемщика когда отводим дальше, идем бить. Если дуру убивать, что появляется? Отхил? Нет, не отхил. Нет, примораживаю. Будет лужа, отходите милики. Милики отошли. То есть, если убить ханта, появляется что? Массовый каст, который ваншотит. Никакой не массовый. У босса. Берсерк. Ну, не массовый, а возле босса. Берсерк, под берсой можно отхилить танка? Нет. Если убивать ханта... Если что? Ты не про крайную берсу, конечно. Берсерк. Отошли, милики. Пошлите что? Наверх. Берсерк, правильно? Ну, то есть, правильно, который мастер? Дает типа пэтовский хант, типа берсерк там, да? На 30%. Верх внутри, да, пэмовский. Отхилить можно танка при этом? Если убить ханта. Да можно, убивали. Мы ханта раньше с первого сливали. Вот. Вот давайте сделаем точно так же. Сведем этих двух, убьем, уведем нахрен шамана в жопу мира. Копьем, никому ману не сливал. Ни в кого ничего не кидал. Пойдем убьем дуру, а потом тотемщика в конце. Принесите мюррея, пожалуйста. Нет, лучше в конце убить этого. Если ты поставишь ханта. Звезду... То есть, который хилит, он еще и замораживает. Вместе с тотемщиком или с кем там хочешь, с хантом. Все милики будут замораживаться по КД нахуй. Говорю, по-старому, как мы били. Мы сводили шамана ханта и шамана. Вот здесь вот. Убивали ханта, потом шамана. Но шамана мы не будем убивать. Убьем ханта вот здесь. Тотемщика уведут дальше. Мы развернемся и пойдем убьем чувиху, которая хилит. Нас, до нас тотем вообще не доставал, чтобы тотем был вообще в жопе мира. Убьем эту чувиху. Вернемся, пойдем убьем тотемщика, шаман, которого нам, скорее всего, приведут уже, шаман, а потом убьем шаман босса. Лучше. Шаман бьет Виндфьюри, ну, получается, 50-ка ко мне с мили прилетала. И плюс тотемы. Я ж падал, когда один шамана держал. Это смотри, у нас уже освободится какое-то количество хилов, которые будут спокойно стоять. Того же Холипала, чтобы тот не сдох от тотема, и который будет сидеть только на тебе, к примеру, уже, потому что нету этого ханта гребаного. Понятно объясняю? Ну давайте, ну, так. Такой... Нет, ну, ты понимаешь, наш... если мы убьем бабу, у нас не будет ветер гулять по всему рейду. Плюс, когда будет хан с тотемщиком рядом, по тотемщику тоже будет какой-то урон наносить. Ему тоже сколько-то там снесет. А потом будет рейд большой. Нет, тотемщика убивать нельзя. Ну, либо вы делаете так, чтобы Холипал не умирал от тотема тогда. Вот сделайте, придумайте что-нибудь. А то он каждый раз умирал в прошлом трое от тотема. Ребята, два палатина. Тихо! Ребята! Давайте эту тактику только рассказывайте нам, что делать. А то вы что-то спорите, и вот мы нихуя не разбавляемся, а что вы спорите. Вот эти метки шушастые, это они, как по мне, хуёвые и очень. Так, короче, сейчас я буду релить. Вот это будет отлично, когда один человек...
жилого яйца. Я могу зайти на танк, если нужно. А на спека нет, машин все-таки зайдет. Да, две РДДшки. Ну, 12-10 на выходе. Звезда кастует. Стоп, стоп, стоп. А я кого... Где? Ты, блядь, метки не видишь? Нет, если... Да, да, все. Да це сейчас. А где стоять-то это? Где стоять? Ну вот мне, например, ДЦшник. Ага. Вот у меня такой вопрос. Мы в 15 ДД его успеем убить? Перекинь, пожалуйста, войс Саву к нам. Сава, сидит туго.
Макс, выдай сапрот. Зачем? Сапрот и тот... Затем, что шотает. Смотри. Чем? Физикой, да? Танку тот, кто ромбик держит, это раз. Давай, это 100%. Давайте обмен. Микстурки обмен кидайте. Кстати, почему так происходит, она закрывается? Я вот это удалил эту сумку и скачал другую. Один день нормально было, а на следующий день тоже начала закрываться. И этот. Сапрот обмен кидаем микстуре и войду. Так, что будет? Кого первого заливаем? Давай царь на себя ставь, я буду бегать за тобой, нахуй. А я за кем буду бегать? А ты за мной. Войд, уточнение. Войд, а ты знаешь, что тут есть небольшой недочет? Что когда мы убиваем двоих остальных боссов и будем вести, блядь, череп, нахуй, через весь рейд, блядь, в ромб, либо к кресту, нахуй, во-первых, босс будет ставить, нахуй, тотемы, будет замораживать людей. В курсе, что он переставляет, но, блядь, время есть на перестановку, нахуй.
не факт. Он может и по дороге его переставить. Это тайминг. Ага, сольёт. Ну-ну. Вопросы. Кто танчит звезду первый? Я танчу звезду. Теперь еще просьба к микстурке. Когда мы будем добивать, скажем так, ханта и босса, нужен анонс от микстурки, когда босс будет кастовать огненную новую или как она там. Ханта огненной новой у него не будет, пока вы не сольете ханта. Да хан дает берсерк, алло, не берсерк дает, он дает массовый касс. Да почитай ты внимательно, пожалуйста. Окей, все, если нет нового, погнали. Да есть там новый, постоянно он ее дает. Да, да, да. Ну что, мастер дает хант берсту? Дает. А? Звезда дает заморозку, нахуй. Блять, вот замуть их, ИРЛ, серьезно, не заебали. Конечно. Короче, это вот, и перезвини, перебью. Смотри, какая очередность должна быть. Приз, шам, хант, босс. Все, правильно. Не, я просто спросил знакомого, ну, они убивают по хуйню, он мне пишет приз, шам, хан. Дополнительная просьба, можно, пожалуйста, рыбу? Самое главное, гимн давайте по команде, ребята, вместе с шамановским тотемом. Это очень просто. Так, по хилам понятно будет, по меточкам еще раз повторить, кто первый заливает, кто второй, кто... Понял.
Понял, дальше. Крест, который справа. Третий. Все понял, давай. Чек пупаль. Сопроты пейте, мафия моя. Сейчас выебем.